Все, доброе утро. Да, доброе утро. Нам тут книжечек, раскрасок понадавали. Карандашики. Да? Ты рисуешь? Мама там тоже разукрашивала, детство вспоминала. Да, и ты так рисуешь. Молодец, молодец. Нет? Какие-то наклеечки. Мама игрушек нам надавали. Вот машинки. Вот. Вот. Машинки. Это бабушка нам купила. На улице дождь идет. А сегодня праздник. День воды и пошел дождь. Интересно, он закончится до того, как начнется фестиваль или как они там, выставка. Сходим, посмотрим, если дождика не будет. Пойдем, пойдем, да. Нам тоже интересно, скажу, у нас таких праздников нет. Иди сюда, Никита, покажи свою мордочку. Давай, давай, где ты? Сынок, где сынок? Кто за мазня? Кто за мазня? Ох, и замазуха, и руки. То карандаш грыз. Ты на себя смотришь, да? Ох, и замазуха, это ты розовый карандаш ушатал. Пошли мыться. Замазуха. Деловой такой, типа, вот так, ну все, хватит. Через сколько ты заснешь? Минут 15, да? Зырка. На улице солнышко уже вышло. Такое ощущение, что дождя утром и не было. Садик детский. Нам еще рано в садик. Нам надо в жлобок, да? В жлобок надо нам. Сейчас погуляем, пойдем в спадки на обед. Все, клиент готов. Не прошло 10 минут, наверное. Да, ты уже все, вырубайся. Сейчас домой пойдем, да, будем спадки. Шпать будем, шпать. Бедная дитина. Как раз он дом наш. Сейчас пойдем домой. 20 метров и будем дома.
Так, ну все. Наш день закончился. Да, Никита? Сейчас погуляем еще часик и будем по игрушке болеть. Всем пока-пока.